Хватит курить. Хватит курить. Ты что, Минздрав России, что ли? Запись, вот, пошла. Спасибо. Сейчас Дмитрий... Не запрыгивай, я тебя умоляю. Дмитрий будет залезать. 180 паунд. 180 паунд? Да, ну. Что ж так запрыгнул-то на него, я вторую. Все. Ну. Да, Дима, зубы покажи. Еще вот тормоз. Борман. Ничего на свете. Нету, чем друзьям градить по белу свету. Тем, кто дружит. Класс! Демьян объездил лошадя. А зачем живот-то подтягивать? А что, может, полегче тянет? Наверх тянись, наверх. Лошадка не любит, когда вниз тянет. А ты откуда знаешь, что любит лошадка? Ну, я занималась как-то. Блин, я хоть так начинала. Пыталась. Рысь, говорит, давай рысь. Рысью, рысь. Лошадью ходи, лошадью. Никаких рысей. Лошадью ходи. Я снимаю, снимаю. Я не поеду. Парит наш орел, летает. Все за мной. А я тоже бы хотела. Что бы ты хотела? Мишенька, на свечку его, на свечку. Буденовец, буденовец молодой. Like a Rolling Stone. Ну, хорош. Ну. И любых детей. Вот, Михаил Иванович, расскажите нам в двух словах о вашей школе, где мы сейчас находимся. Мы находимся в Ленинградской области, в Умановский район. У нас спортивный клуб «Бест» называется. Я сюда встал, потому что здесь грунт хороший для лошадей. Очень хорошо, очень хорошо. И вот сейчас у нас мы видим два мерина здесь, да? Нет, тут жеребец трёхлетний. Жеребец, хорошо. На нем едет тренер, короче, моя.